Коба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть Kingdom Rush, королевская лихорадка. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Ну что, друзья, давайте посмотрим на наш последний уровень, как мы его с тобой прошли. Три звезды! Блин, это шикарно, это действительно, ребята, шикарно. Я просто, ну вот, я смотрю, как я стал плохо. 1, 2. Если, конечно, в первой части Kingdom Rush, это капец, как мозолило глаза, когда был у нас всего один уровень с двумя звездочками. Действительно, такое было. Здесь же уже все, это не мозолит глаза, это нормально, это норма. Вот, а я когда-то еще говорил на хардкоре. Ладно, у нас появилась новая башня. Так, бумеранги, честно сказать, я, ребята, немного их протестировал, но я, может, как-то их недооценил. Напишите, как правильно с ними. Вот они клево вроде как станут, но мы не развили башню до такой степени, и я... А вот это офигенно. Ну ладно, 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 чуть позже, дядя. Ух, блин, так это же костлявые метатели. Единственное, что приведет вас еще в больший ужас, помимо их отвратительного смеха, невероятная скорость, с которой они бросают кости в случайных врагов. А призывает Костолома, призывает гигантского голема-скелета, который будет сражаться и стрелять во врагов. Офигеть, каждые несколько секунд порождает скелета, который бродит по дороге и улучшает урон от обычных атак. Хорошо, мне прям нравится, действительно, мы с тобой можем заменить... Вот как ты думаешь, ну, стоит это делать? Давай пока бумеранги... Вот заменим. И у нас новый герой. Друзья, новиночка. Трамин. Непревзойденный создатель самых изощренных изобретений агрессоров. Оказался одним из ключевых игроков компании Визнана. Мощное финансирование его безумных идей того стоило. Так, он... The bomb has been planted. Так, оставляет двух бумботов на дороге. Они обнаруживают врагов и бегут к ним, взрываясь при контакте. Трамин выпивает рюмку нитроглицерина. Ни в коем случае так не делайте. Как бы это игра всего. Вы водички, вот водички просто пейте и все. Потому что YouTube как бы ожесточает правила. Вот как бы надо все это говорить, осуждать. Также на самом деле на Твиче там гораздо все хуже. Но YouTube тоже вот как бы потихоньку, помаленьку. Иначе ставит как бы желтую монету. Все дела. Так, дядька, смотри. Увеличивает скорость его атаки на 7 секунд. Бросает световую гранату в группу врагов, ошеломляя их на 1 секунду. Стреляет во врагов двумя ракетами каждый раз. Ой, 35 единиц это мало. Сбрасывает на дорогу ящик с 5 ходячими бомбами. Хорошо. Давай подумаем. Наверное, все-таки вот это лучше прокачивать, да? 3 бумбота. Ну вот, как-то так. Я не знаю, ребят. Конечно, насчет вот 10. Я уже до 10-го его прокачал. Прикинь. Он очень крутой, на самом деле. Вот этот Мортемис. Так, берем. Все. Попробуем сегодня. И также улучшение. Смотри, у нас есть улучшение. Я думаю, надо все-таки повысить их уровень здоровья. О, вот это круто. Вот это давай мы качнем. И начинаем. Наконец-то мы на вершине горы. Линерия здесь как на ладони. Ха, вот глупцы. Сопят во все дырки и не знают, что враг у ворот. Как же нам повезло, генерал. Это жалкий властелин севера. Аркус загнан в угол, словно крыса. У тебя есть шанс компенсировать свои недостатки. Не упусти его. Погнали. Короче, ладно. Предыдущий уровень мне реально понравился. То, что мы на 3 звездочки. Но не с первого раза я его прошел. Да. Опа. Это он. Так. Понял, мы его загнали. Ты смог добраться аж до сюда. Впечатлять, короче, босс у нас будет. Жаль, что здесь тебя и похоронят. Так, я очень надеюсь, что наш... Смотри, блин, он похож, я не знаю. Капец. Как в 5 классе. Вот я вспоминаю себя в 5 классе. Такой же здоровенный рюкзак у меня сзади был. Просто я не знаю, как в поход куда-то отправляюсь. Сколько учебников надо было с собой брать. Ну, 8-9 класс. Все, там уже налегке, блин. Пару тетрадочек и все. Даже учебники, типа, а я забыл. Ну, у меня сосед по парте нормальный был. Он всегда брал. Так и бывало. Короче, какие-то крестики непонятные, яйца драконов. Господи, чужой. Он ли это? Ищем пасхалки, друзья. На самом деле, они, может, потом будут только, потому что сейчас ничего нельзя не сделать. Так, смотри. Значит так. Что мы с тобой применим? Во-первых, конечно же, мы
Смотри, метатели быстро, жуткие и страшные скелеты, у меня самая сильная их сторона. Ладно, хорошо. Так, первое, я знаю, что дракончики меня капец заколебали, поэтому мы два склепа устанавливаем. Это обязательно надо. А потом вот как раз костлявых метателей, я думаю, кстати, как их можно... Тут можно печечку, по идее, сделать. Ой, да дядь... Погоди, это какая-то песня. Dogs out. Блин, какая-то песня. Забыл, чуваки. Так, здесь мы можем поставить. Здесь же костлявых метателей. Опять же. Вот. А это пока прокачиваем. Ну и можем. Блин, это круто. Ладно, погнали. Так. Посмотрим, как это вообще работает. Значит, так. Здесь же у нас будет, ага. Сейчас мы за 80 откроем. Потихонечку бомбочки. Смотри, они всякие различные, такие прикольные. Так, неплохой. Мне нравится пока персонаж. Он кидает бомбы, и они прям направляются к противникам. Хорошо. Прям реально годно. Так, ну куда ты, батя, настройку-то выпил, блин? Ледяной волк. Ага, здесь пока. Пока здесь. Хорошо. Так, ты что, не двигаешься? Замерз, что ли? Так, понятно, что тут нам надо все-таки как-то обороняться. Чебурах. Вот, давай прокачиваем. Ледяные они идут сюда, поэтому все будет хорошо. Ух ты, блин. Не, ну нам понадобятся горгульи обязательно, ребята. И вот это мы сейчас качнем там. Ух, ля, красиво. Молодцы. Разбираем, хорошо. Молодцы. Так, сюда пока этих поставим. Куда ты полетел, блин, гад? Фига, блин. Вот от моих пацанов избавляет таким способом. Это плохо, это, конечно, плохо, ребят. Так, отходим, видим проблему. КС-ка, блин. Стоп! Случайность, чисто случайность, пацаны. Ну что, да, что, переиграем? Давай, ладно. Давай, переиграем. Сейчас я... Ты смог добраться аж до сюда. Хорошо. Значит так, смотри, что мы с тобой сделаем. Мы сейчас, смотри, как сделаем. Значит, здесь у нас темные рыцари, если что, будут. Пока что вот тут вот. Здесь мы тоже их поставим. И этих. И... Так, прокачиваем до второго, норм. Все, дальше 150 вот сюда, потом туда. Ну и как-нибудь здесь справимся. Потом... Склепы. Приготовься стать первым блюдом. Ну, какой самоуверенный, смотри-ка, а. Ничего, наши скелеты там дадут жару. Просраться ему. Все, пошло. Не, они хороший прям урон делают. 14-34, но это ладно. Нехороший, хорошо. Так, сразу призываем. Так, 150 нету, еще пока нет. Еще пока нет. Так, дракон летит. Блин, засранец, смотри, замораживает, это бесит. Так, он промахнулся, норм. Это хорошо. Так, потихонечку урон вкладывается. Это вообще шикарно. 180. Отходим, вижу. Вижу эту жопу. Так, вот теперь, ребята, мы ставим склепы. Слушай, они хорошо работают, прям вообще мне нравится. Давай. Хорошо, прям делают. О, смотри, призвать костолома, призывать гигантского голема-скелет, который будет сражаться, стрелять во врагов. Такую кость так просто не проглотишь. Ходячие мертвецы. Вот это супер, пацаны. Реально. Хорошо, молодцы. Хорошо справляются, правда.
Так, ну насчет склепов. Насчет склепов, конечно, ребят. Молодцы, молодцы. Быстро избавляются. Так. О, хорошо. Так, склеп ставим. Четвертая волна у нас идет. Коробочку. Сейчас бомбочки у нас зададут этому мишке. Он позади четыре бомбы. Вообще шикарно, ребята. У нас новый уровень. Так, есть. Так, идет медведь, но... Опа. Ну, тут не очень хорошо получилось. Ребят, честно сказать, не очень. Прорывают, начинают прорывать. Начинается жопа. Так вот, ты засранец, блин. Смотри, что делает, а. Не, ну это фигня. Так, может, пока не спешим. Пока не спешим, друзья. Угу. 180. Кто там у нас будет? Северный берсерк, северная охотница. Фигня. Ледяной волк, ледяная ведьма. Так, это уже начинаются проблемы, да. Давайте, давайте, от медведя надо избавляться побыстрее. Сейчас как раз 180. Там за него 30-ку, да, дадут? Какую 30-ку? Нормально вообще дали там. 30-ку, блин. Так, и вот теперь по 255. Я думаю, за волну мы тут получим по-любому столько. Так, куда? Куда ты полетел? Ага, на этих, да, гад? Нормально. Ну тут надо применить, ребят. Даже не знаю, ребят, что сказать в плане... Ну что, вот теперь, блин... Вы поймете кое-что. Так, его надо подальше поставить, где наши. Видишь, еще кидается, красава. Блин, это имба! Прям вообще. Ой, вот он сейчас всех заморозил. Это, конечно, такое себе. Так, давай-ка мы их сюда ставим. Как-то надо вот, чтобы они отдельно были, чтобы он всех не замораживал. Понимаешь? Куда ты? Ой, не туда. Ребят, не туда я... Хотя, не-не-не, туда-туда-туда бомбочки идут. Вообще красавы, молодцы. Так. Теперь нам нужны склепы. Полюбасу дальше полетят эти дракончики. Мы уже это с тобой 100 раз проходили. Так, бомбы, молодцы. Скелеты тоже красавчики. Так потихонечку избавляются. А, синяя виверна. Ну, как я и говорил. Так, ладно, хорошо. Так, они идут, по-моему... Да, не сюда. Это хорошо. Ой-ой. Дядь, да ты чё, серьезно? Минус 2. Это было ужасно. Вот это ужасно, ребят. Ладно, больше таких ошибок не будет. Это плохо, это, конечно, печально. Ну что, мы сейчас тут подкопим. Ничего, ничего, ребята. Поставим мы с тобой горгулей стражей. Прям хорошо у нас все попрет. Дальше у нас будет, как ты понимаешь, плавильная печь. Ну, думаю, доживем до нее. Что, однако, выносит? Так, 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 хорошо. Все, можем. 212 подешевле.
Отлично. Так, медведи остановили, бомбы пустили. Замораживает этот гад. Все понял. Вспомнил я это уже говнецо. Проходили мы с тобой его. Так, хорошо, хорошо идет. Молодцы, молодцы. Завалили. Так. Сюда. Норм. Медведя разбираем потихоньку. Теперь. Ну-ка, давай-ка вот это еще качнем. Пора бы, пацаны. Ну, тут сейчас немного как-то это... прижимают. Ой-ой-ой-ой-ой, крутыши идут. Прям смотри, как идут. Сейчас мы по ним жахнем, не ссыте, ребят. По ним мы жахнем. Давай. Есть. Так, теперь, пацаны, плавильные печи. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так-то все печально идет. Пожалуйста, ну блин, вы засранцы, вы засранцы. Блин, надо было все-таки этих качнуть. Нет! Не хватает нам прям бойцов. Они, видишь, летающие еще, заразы. Не, пожалуй, пережду я что-то. Так, есть. Это фигня. Что вот сейчас идет, ребята, это полная фигня. Так, 11-я волна. Нам главное босса одолеть, серьезно, сегодня. Пофиг, 2 звезды. 3. Что делать? О. Так, молодцы, молодцы. Не вижу я рандомных этих скелетов, блин. Воин-скелет. А, вот, идет, все норм. То и думаю, что-то как-то, блин. Ой, дракон-попрыгун. Так, накопили, норм. Деньги есть. Так, хорошо, нас даже это не останавливает. О, вообще шикарно теперь. Отлично, давайте, ребята, работаем. И вот это горящее топливо, конечно, надо. Идут сюда. Я думаю, пока не стоит, наверное. Все-таки
что-то ноги забыл. Пора, наверное, все-таки бойцов-то наших тоже прокачивать, ёкало мене. А то они, блин, что-то там делают, что-то, блин, фигачут, а так, блин, слабо. Пора, блин. О, красавцы. Так, 260. Красавцы, ну здесь прям идут, прям такой оравой. Пацаны, держитесь. Ёкалэмэнэ, там просто эти медведи. Так, увеличиваем это все. Молодцы. Урон пора втопить. Это 14-я волна, ребят. В принципе, чувствуем себя нормально. Угли. Так, ребят, записывается. Фух, норм. Так, и сейчас вроде как будет босс. Ой, медведи там, блин. Одержим. Да, это надо одержимость, одержимость по любасу. Так. Ой, там сколько их идет, ёкалы мене. Я думаю, с этой стороны, да? Ты стой-то. Пытаются, конечно, нам что-то сделать, но мы, ребят, видите, да, что? А это кто такой, Смотрите, где крестик? Что он делает? Я только сейчас это заметил. Так, ля. Только не убегай. Как вы меня достали? Пора прокачать мою тачку и устроить хаос. О. Битва будет. Битва, босс будет. Ого. Ого. О, дракон. Чувствуешь, как кости ломит от холода? Холода. Жесть. А вот это нифига у нас тут пушечка такая. Пацаны, это что такое? Так, поджигай, поджигай, дядя! И как мне его атаковать-то, блин? Большой урон прям, действительно.
Давай, но! А вот что за пушки, все понял. Так, прокачиваем, прокачиваем, пацаны. Да и этих тоже надо сейчас качнуть. Потому что скелеты, они ну, такие. Чуваки, давайте, вы должны тащить. Правда. К сожалению, блин, некому больше. Залп! То я, блин, туплю. Давай, ребята. Так, скелеты у нас, смотри, появляются. Это еще круто. Есть. Ну, пипец, один прошел. Это вообще так, блин, жалко. Так, можем, пока справляемся, пацаны. Все, а не еще два раза, да? Так, нам нужно полюбасу еще ставить. Погонь! Блин, она сломалась! Пушку сломали. Давай, пушечка, работай! Охренеть! Есть! Потому что, если бы сейчас вот эта армия пошла, это трындец бы был нам. Как приручить дракона? Победите Джокула. А я уже подумал, что все будет настолько просто. Вот я дурак, по крайней мере, теперь у меня хороший вид открывается. Прямо на мою конечную цель. Я уже близко, король. Офигеть, чем же это все закончится, друзья? Офигеть, это очень-очень круто. Так, мы получаем, смотри-ка, нового героя, да? Джигу. И мрачное кладбище, это прям круто. Это прям очень-очень круто, ребят. Две звезды, к сожалению, не три, но... И скоро уже будет финал, блин. А может и не скоро, мы не знаем. Но вот по героям, если посмотреть, то еще, ну нифига там их... Ладно, друзья, на этом пока что все. Не забудьте поставить лайк. Бай-бай, дорогие братишки.